водолазы тут по речке Литовке. Воды до хера, блин. Рисковые вы парни, блядь, по такой воде-то. А это Литовка? Да, это пока Литовка идет, по-моему, она там с Киевкой дальше будет. А мы вот наконец-то выбрались на водопады, едем. Посмотрим, что из этого выйдет. Какое тут прикольное озерко есть. Недалеко от Лазо. Вот наша небольшая банда сегодняшняя. О, смотри, утка. Да. По-любому рыбы-то тут, блин, полно. Вот я говорю, тут бы сюда. Она вот тут за угол это озеро заходит. Там, по-моему, полянка есть возле него. Как-нибудь можно. Тут как комаров, наверное, блин. Я тут, кстати, не купался ни разу, блин. А хотя нет, один раз, по-моему, в начале 2000-х я тут заныривал. Разочек. Но рыба тут на пустой крючок реально берется. Вот эти всякие гальянчики, карасики. Вот кому-то да, было это самое. Пятером. Ну, красивое озеро, конечно. По-любому. Самы, наверное, есть тут по-любому. Вот. Ой, тоже рядышком. Добрались мы до Лазо. Через страшные эти самые. Так, сейчас ходку еще сделаем. Так, все, короче, Лазо. Приехали еще 30 километров, и мы на месте. Вот и первая поломка. Хоть не останавливайся, блин. Жуть. Давай я прижму ее. Этого нет, блядь. Давай на ту откатимся, там спросим. Блядь, там тоже, наверное, нет. Назад надо. Это мы от Лазо отъехали километров на 5. По-моему, Киевка река с этой стороны, или Лазовка все еще. Это, наверное, Киевка уже. Но обычно она раза в 3 поменьше тут, конечно. После этого тайфуна вчерашнего. А до этого был Ханун, который Уссурийск там посмывал. Воды прибавилось, конечно, прибавилось. Но вот ручьи, я смотрю, не сказать, что сильно грязные. Да, грязноватые ручейки. А мы двигаемся на Еломовский водопад, на Ворошиловский, посмотреть. Сможем до туда добраться, не сможем. Ну, дорога пока довольно приемлемая, хотя и с колдобинами. Ну, грейдера ходят, уже 3 грейдера видели в этом районе. Туда-сюда по дороге мотаются. Вот, все, двигаемся дальше. Когда до нашей цели оставалось уже всего ничего. Блять. Ну тут, в принципе, можно краем попробовать взять. Тут выяснилось, что недалеко до заимки. Сраный километр остался проехать. Вот такие вот озера тут намело. Так. Идем-ка на ту сторону.
Вон чуваки на джипиках-то проехали. Но... Блин, палево. В такую. Ну это надо, блин, прошлепать. По это самое, по воде проверить дно. Может оно действительно там каменистое, тогда нормально. Что, не рискнем? Поехали, да, пошли до заимки пройдемся. А то приедем, то толку он скажет, нехуй тут делать. А, ты там в грязь залез. Да, заимка заброшена. Дом дядьки Мишки. Что это вон там такое, блядь? Хуй его маму знает. Это для туристов или военный объект какой-то? Флаги, хуй пойми, русские там, не русские висят, блин. Может, это китайская заимка уже. Китайцы захватили солнечные батареи, блин. Это спутниковая антенна. В доме дядьки Мишки нам живет кто-нибудь, интересно. Там еще стоял здоровенный домик. Блять, вот такое впечатление, что не жилой дом, да, нихуя? Ну, пиздец, да. В доме никого нет. Вроде как. Эй, есть кто дома? Блять, тут невозможно жить, наверное. Ёпта, да и когда-то здесь жил дядь Миша. Так, ну где фонарь? Все. Теперь от дождя, в принципе, можно укрыться, да, на крайняк. Это его основная хижина была. А, нет, смотри-ка. Вроде как замок висит. Кто-то тут бывает. Видимо. Ну-ка пойду в большой дом гляну. Вот пункт МЖО устоял с годами, с 14-го года. Дядька Мишка показывал, как он за ним женьшень посадил. Это женьшень, нет? Я что-то сильно не разбираюсь в женьшенях. Это не женьшень. Может, это вот и есть тот самый женьшень, который он нам тогда показывал 10 лет назад. За 10 лет вымахал. Так. О, домик стоит на 20 человек, который. Ну что, сюда все еще кто-то ездит. Тут мы с палатками стояли в 13 или 14 году на этой полянке. Никого нет дома. Дома нету никого. Печка там. Да? Пусто. Что за навесочки есть? А что, он открыт, что ли? О, хуя, тут даже открыто. Заезжайте, люди добрые.
палате. Что, может, тут можно обычным жителям кантоваться? Да. Пойдем глянем, полянка наша, которую мы один раз мы вот на этой полянке останавливались, а в основном вон там были. Пойдем гляну, что там. О, вот на этой поляне в хороший год полчища туристов отдыхали. Ну, смысл тогда сюда пробиваться, если тут никого нету. Мы думали, хоть кто-то за машиной присмотрит, за лагерем, а тут, что там машину бросать без присмотра, что здесь. Эх, ностальгия. 10 лет тут не был. Пообветшала местность, пообветшала. Что ж там за новые домишки-то стоят такие рядышком? Кто там такие живут? Базу, что ли, какую-то сделали? Ладно, завтра там мимо проходить будем. Посмотрим, кто там обитает. Ботинок. Ладно, пойдем лагерь там поставим перед лужей. Решили мы в лужи не суваться. Свалка мусора запрещена. Короче, вот так вот все теперь заросло тут. Но зато, смотри, как елочки. 10 лет назад еще маленькие были. Все, во, вымахали. Красавицы. Ой, красотулька. Ой, ладно, пошли бухать, короче. О, чувак, красавчик. Залетел. Как он через эту лужу проехал-то, не пойму, а? Через вот это море. Ну, вот таком марче. Бампер, походу, в лужу, наверное, и оставил, да? Где задний бампер? А нет, задний бампер. Прикольно. Так, ну завтра по вот этой дороге и рванем на водопад. А сегодня отдыхаем, короче. Решили мы не рисковать по этим страшным лужам. Ну, здесь полянка тоже неплохая. Такая. Обширная. Машину можно поставить. И палатку большую. Речка далековато, блин. Да ладно. Вода все равно грязная. Туда купаться схожу сегодня вечером. Пацанов опять там. Клемма на аккумуляторе стоят. Ее ремонтируют вон. Переприехать, уже ломаться начали. Нехорошо. Я пока костерчик разведу. Вот какая тут речка. После дождя. Не очень чистая. Но это не Еломовский ключ. Еломовский там с другой стороны. Это другая речушка. Параллельно. Да я, короче, вот тут погрузюсь и искупаюсь, походу. Так, сейчас горный водолаз дедушка Хулио покажет вам. Блять, фонарик горит. В чем горит? О, выключили фонарик. Покажет вам класс ныряния. Блять, главное, чтобы не унесло, да? Так,
нам фонарь поставить. Все, заново. Так. Здесь вот так примерно видно будет. Какая вода холодная, блин! Холодина! Это она! Зашибись! Прохладненько так, да! Вообще! Да! Позорное позорище! На дедушкину лысую голову! Дедушку хули уже час не может развести костер. Это инструктор, блядь, по выживанию в тайге, который сюда туристов водил годами, сезонами. Учил их выживать. А сейчас что? Сейчас он на стол накрыл, а костер развести не может. Позорище. Дедушку, пацаны даже палатку поставили. Покажу, какая у нас здоровенная палатка. О, блин, взвод поместить можно. Да нам на троих такая. Ну, там же у тебя там какая-то внутренняя еще маленькая вроде бы. Да, была. Там еще маленькая. Ну, в смысле, она с этой предусмотрена? Или мы... Да, да, она там. А, в смысле, еще, одна, еще одна будет? Да, там, видишь, где кольца. Там еще как бы вторая палатка. Ну, пола не будет, да? Не, во второй палатке есть пол, а вот в этой половине нету. О, там даже с полом еще одна палатка. Нихера, как тут все продумано. О, учи, Сергей Сергеевич. Даже вот Саня, смотри, за дровишками ходит, блин. Хуйней не занимается, как некоторые тут дяди Федоры приходят. Блять, что с костром? Дедушки хулио, блин. Всех обсудил. Костер нихуя не горит. Даже сбегал уже. Тут, конечно, поддувала нету. Короче, я сейчас столько много придумаю причин, почему он не горит. Потому что... Короче, потому что я дунуть забыл, наверное, да? Ты не дуй, все равно получишь депутата, как говорится. Кто это там продирается через кусты? Дедушка Ленин, что ли? Да нет же, это же Данил. Дедушка Ленин с нами всегда и везде. Вечная слава КПСС. Вот, оттопченка. Еще кривая вообще. Идеальненько стоит. Ангар, блин, самолет можно туда загнать. Что-то я думал, она поменьше все-таки. Ну, да, зашибись, чё, пойдёт. Так, а эти фигни надо, ладно, вечером закинем в палатку их. Вон я бревно уже организовал, сидячее, седалищное. Так, сейчас я закину эту самую. Да, вот более-менее с фонариком. С фонариком чуть подсматриваю. Ну вот и ночь наступила страшная. Все еще довольно трезвенькие такие, хотя не, уже так пошатываясь. Не дойдет он в бой. Старых морских волков. Тут еще сейчас... Со тебе. Сухопутные. Ну, сухопутных тоже не берет. Главное, волки. Фонарик повесили на дерево.
Я помню, в детстве там воинская часть была недалеко от Снегровки, там за Ретиховкой. Называлась ТФ. Там, ну, это был, короче, какая-то воинская часть, и там моряки были. Они ездили на автомобиле. Раньше служили там 2 года, допустим. 2 года отслужили, блин, море ни разу не видели. Блин. Они к нам на речку приезжали, в Снегровку там. Моряки, которые не видели море ни разу? Да, вот у них была воинская часть там в Ретиховке. И они вот там служили, а потом, ну, не так вот на речке ездили там, и все. Вот сейчас прямо вон оттуда к нашему костру подошло какое-то животное наподобие лисы или енота. Вон у него глаза, кстати, я говорю, он вернется. О, вот сейчас вот прямо на фотоаппарате было видно, блеснули там, он тут шароебится. Мы ему кинули, короче, эту самую кукурузу, он ее схватил и убежал в лес обнюхивать. Вот он, видим, да? Ну кто? Ты чё, а чё это он грызет? А, ну курицу, да, схватил. Блин, барсук, походу, да? Для енота крупноват. А если ему мясо понравится, а человечину он, интересно, пробовал? Чувак, ты человечину пробовал? Красавец, блин, страшный, как сама ночь. Блин, а кто это такой, ёптана? Блядь, славян, вот он, блядь. Это животное. Какое-то лесное животное. Я сперва думал, может, внутри кошка из деревни приперлась. А подходи ты уже, давай выпьем, братан. Ну, весь кусок я тебе отдавать-то не буду. Тебе дохуя будет, да, блин? Еще бы руки не вгрыз. Блин, он за костром нас, наверное, не видит, не? Ну, даже. Это его барсук. Не, это барсук. Барсуки они здоровенные, да. Нихуя прикольные, блин. Такие разбалованные тут барсучары такие. Мы тебя видим, братуха, голова, 2 уха. Блин, а чё мой фонарь не добивает? Чё ты, вот тут весь шмат сожрал, что ли? У него хвост, смотри, плоский, он как будто водоплавающее, короче, какое-то животное, да? Чучело, блядь, лесное. Блин, у тебя есть на фотоаппарате это, чтобы не дрожать, антидрожатель какой-нибудь? Ну-ка, подсвечу. Вот я его сейчас укрупнил. Сейчас видно будет немного. Блять, ну, сука, пиксели ебучие. Так. Так, подожди, сейчас я на него фонариком наведусь. Братуха, я тебя фонариком сейчас вижу. Ты кто? Блять, ну вот кто это такое, ну? Приборзевший мент. Да барсук это, походу, кто еще? Нет, короче, надо все в палатку. Кого-то ставить на охрану. Нам, у нас бы такое, а? Он нам и консервы, блядь, утащит. Ну, красавчик, да, красавчик. Ай, блядь. Нормально. На этот раз арбуз. Будешь арбуз? Не, арбуз не жрем, да? Эти, такой. Такие обидчивые глаза в ночи, вампирские. Чего мне арбуз? До этого курицу кидали, скажи. Да, в этот раз арбуз. Ну, ладно, есть у нас еще маленькая курица. Только, блядь, целлофан не жри. Блядь, отдадим ему, да, один хуй пропадет. Целлофане не надо. Блядь, он один хуй у него. Так, надо как-то мусор потом туда на дерево поднять, а то сожрет целлофанку, блядь. Ладно, завтра себе новый суп сварим. Дай курицу, братан. Не жалко для хорошего леса, лесного зверя. Вот посмотрим, где курица упала. Не, вон она, по-моему, лежит. Что-то, блядь, такой, вы что, таким шматом убить меня могли, блядь.
Пол курицы реально, блин, грохнулось, по-моему. Ну, на арбузы не жрет, походу. Вон он, арбуз лежит, я смотрю. Завтра прибираться тут придется. Так, ладно, хуй с ним. Все, короче, остались мы без курицы. Ну вот и все, остались мы. Ты и Андрюха с Костромы. Все, наконец-то удалось всех загнать по шконкам. Все спят. Один дедушка Хулио сидит в тайге и умничает. Ты костер такой не горит ни хера, да, блин? Прикольно, кстати, сегодня была животина. Мы тут все поубирали, оставили ей только салатик, вон салатик, пускай кушает, думаю, водку, сок. Вот, я думал, вот это глаза его, блин, это гнилушка, она так нехило светится в темноте, блин, фотоаппарат не берет, кстати. Я чуть не обосрался, думал, блин, это тигр с этой стороны костра подходит, думал, блин. Оказалось, обычная гнилушка. Вот глаз вообще красиво ее воспринимает в темноте. А фотоаппарат не берет. Ну, пока еще так себе фотоаппараты пошли, да? Блять. Сука, пошел, что-то у меня костер перестал гореть. Я такой думаю, пойду-ка найду березовой коры, блин. Сука, заблудился нахуй, прикиньте, 3 часа ночи, дедушка Хулио бегает по лесу, ни коры не нашел, стоянку потерял, блядь. Так, эта лужа вчера была, нет? Ну, зато хоть какое-то приключение на старости, да, блин? Так, короче, сейчас будем ориентироваться по солнцу. В смысле, по луне. Что, по луне? По луне, по солнцу. Пиздец. Короче, вырубаем, короче, фонарик. Телефон и идем на шум реки. Где река, там, скорее всего, где-то недалеко и наши... Хотя хуй его знает, короче, походим по тайге. Может, кого-нибудь найдем. О, добрался я все-таки до лагеря. Полчаса пошмалялся по лесу, пошел вдоль речки. Потом... Знает, на запах костра у меня, как у моей слепой собаки, остался только нюх. Я, короче, завалил костер бревнами, чтобы угли не промокли. И сейчас еще 100 грамм выпью тогда. Че, я же имею право, да? Я же героический дедушка-походник. Я вот тяпну 100 грамм, и будет мне счастье. Под дождем даже, кстати. Блять, мы завтра выйдем, нам вообще завтра на водопад идти, так-то нахуй. Не пойду спать, пока костер не разгорится. Тут еще бродяга Бумер хорошие песни выдавать начал. Сбегал, кстати, нашел. Правда, я нашел эти самые рожи для костра. Дедушка с нами, дедушка навсегда. Понаберут, сука. О, смотри, стоило свой ебальничек показать товарищу Путину, и костер разгорелся. Сказка нахуй. Все будет заебись.
все, 3:30 ночи, короче. Все спят. Труселя мои сушатся, это мои труселя, которых я сегодня нырял в речку. Завтра, кстати, высохнут. Блять, под дождем, ага, высохнут. Хуй там дождешь. Завтра с голой жопой, наверное, нырять. Так, ладно. Здесь вроде оставили лесным собакам. Только не съел. Что это вот это такое? Это салатик, кстати. Блин, захотят съесть, откроют, да, блин? Так, все, бревнами заваленный костер разгорелся. До утра, я думаю, углей там накопится. Все, дедушка Хулио пошел в баньки. Завтра с утра у нас поход на водопад.